Здравствуйте, я Александр Горшков, главный редактор городского портала Фонтанка.ру. Но мы делаем не только новости, мы делаем фестивали, привлекающие в наш город сотни и тысячи людей. От стартапа до 10 тысяч участников из 150 городов страны. Это фестиваль Фонтанка САП, крупнейшее ежегодное событие в области сапсерфинга, проходящее на фоне узнаваемых во всем мире панорам центра нашего великого города. Наша география от Камчатки до Калининграда. Нас смотрят во всем мире. В нашем фестивале участвуют корпоративные команды, семейные экипажи, а также спортсмены, рассекающие воды Фонтанки и канала Грибоедова на скорость. Социальные сети и онлайн-трансляции позволяют увидеть наш фестиваль зрителям всех континентов. Десятки тысяч фотографий расходятся по социальным сетям по всему свету, расширяя географию и привлекая новых участников. Другой наш фестиваль, не менее мной любимый, это ЗСД Фонтанка Фест. Это гонка и велопарад по центральному участку западного скоростного диаметра, изменившего представление о скорости и пространстве в нашем городе. Фонтанка САП и ЗСД Фест стали частью новой туристической географии нашего города. Мы вместе развиваем событийный туризм. Присоединяйтесь, давайте плыть вместе по Фонтанке, ехать на велосипедах по ЗСД. Скорость – это все.